Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей группе часто задают вопрос, зачем мы мучаемся с этим концертом DVD, если в наше время никого не удивишь этими концертными DVD, да еще и с оркестром. Да, мы понимаем, что риск есть, и что лучше бы мы эти деньги потратили на новый альбом. Но мы специально для этого, чтобы показать наглядно, что за чудеса происходили год назад в ЦК Урале, смонтировали два видео. И хотим... Мы просто хотим, чтобы это DVD было и у нас, и у вас. Давайте поднажмем. Деньги не такие уж великие, а концертных DVD все меньше и меньше. Да здравствует музыка!